Привет, Никита. Не только Никита. Вот и мой отзыв. Большое, огромное, конечно, вам спасибо, Никита, за то, что однажды придумали такие курсы для нас и дали такую возможность пройти их, заниматься в вашей школе, обретать новые знания, брать новые высоты в мире 3D-графики. Огромное вам спасибо. Курсы очень-очень классные. Они мне очень много чего дали. В плане моделинга очень много дали, в плане визуализации, в плане того, что еще какие-то сторонние программы я получила возможность изучить, за то, что это был не только 3D Max. Огромное вам спасибо. Такой объем знаний не дает, наверное, на сегодняшний день никто. Почему именно Никита, почему именно эти курсы? Да потому что просто-напросто таких курсов, ну, я, по крайней мере, еще не встречала нигде. Не встречала ни в интернете, нет ни в нашем городе, ни в нашей стране. Очень замечательные курсы, но просто я не знаю, как еще описать словами. В онлайн-обучении даже не сомневайтесь, ребята. Если кто-то сомневается, что эти курсы, вебинары будут не полезны, будут неэффективны, я тоже так считала, я тоже так думала. Я думала, что ой, какие-то там онлайн-курсы, что они могут дать? Вот то ли дело, когда сидит с тобой рядом преподаватель, видит, что ты делаешь, может любую секунду заглянуть в твой монитор, поправить тебя, помочь где-то. Это намного эффективнее, нежели там кто-то, что-то, где-то. Не видит, что ты делаешь, ты сам себе предоставлен и делаешь, что хочешь, и можешь вообще не делать, как бы. Нет, я сейчас уже убедилась в том, что на самом деле я очень-очень сильно ошибалась, и слава богу, что мне хватило смелости все-таки записаться и пройти эти курсы. О курсе Альпийской шали я узнала уже давно, но все вот были вот эти сомнения, что как, будет ли это эффективно, будет ли это полезно для меня. Абсолютно эффективно и абсолютно полезно. Самое главное — практиковаться, не лениться и действительно жаждать, болеть этим, болеть тем, чтобы познавать что-то новое, иметь себе жажду что-то новое узнавать, чему-то обучаться. Также порадовало и то, что была не просто голая теория, но была возможность практики, за то, что вы, Никита, постоянно настаивали на выполнении домашних заданий, на качественном выполнении домашних заданий, без всяких косяков, чтобы это все вовремя делалось, ваши письма, а вы сделали домашние задания. Ну, то есть, это абсолютно не надоедало, а наоборот стимулировало к тому, чтобы постоянно заниматься, практиковаться и не лениться. Иначе эти знания, они просто улетучились бы в одну секунду, если бы не применялись на практике. Конечно, это все было бы бесполезно. Спасибо за эту практику, спасибо за настаивание, за вашу поддержку, за то, что следили за качеством выполнения работ. Огромное-огромное спасибо. Также за то, что вы очень классный преподаватель. Очень ответственно подходите к своему делу. Видно, что вы действительно знаете свое дело, любите его и не жадничаете, так сказать, не лень вам и абсолютно не жалко раскрывать для нас какие-то новые секреты, новые фишки, показывать все нюансы программы. За это огромное, конечно, спасибо, за ваше терпение отвечать на наши по нескольку раз повторяющиеся вопросы. Спасибо за все, за поддержку, за в огромном количестве предоставленные видеоматериалы, в огромном объеме вы их нам предоставили. И это еще один плюс в пользу вашей школы, в пользу онлайн-обучения, потому что на очном такого не будет. Если ты вдруг что-то где-то подзабыл, где-то не успел записать, где-то зазевался, ну как бы твои проблемы. Надо было лучше слушать, надо было быть внимательнее. То, что ты очно прошел, то ты и прошел. В видеозаписях есть большой плюс в том плане, что можно всегда вернуться, посмотреть, что-то для себя напомнить, где-то еще что-то новое взять. Потому что знания, они улетучиваются, если ты долгое время, допустим, что-то не применяешь, то, конечно, забывается. И меня очень радует, что у меня есть эти видеозаписи, и я всегда могу вернуться, посмотреть и себе напомнить. Вот, ребята, всем, конечно же, советую школу Ивановского Никиты. Почему именно эта школа? Да потому что курсы вообще просто замечательные. Никита, как преподаватель, очень понятно и доступно все разъясняет. Не оставить ни одного нюанса нераскрытым, не оставить ни одного вопроса, на который бы вы не получили ответа. И очень доступно все понятно излагает, раскладывает все по полочкам.
Он очень хороший преподаватель, хороший человек и знает и любит свое дело. Спасибо еще раз, Никита. Спасибо моей группе. Ребята, всем большое спасибо за веселье, которое у нас было на вебинарах, за новые знакомства, которые я обрела, за новый опыт, за знания, которыми вы делились и продолжаете делиться, за информацию, которую предоставляете. Это все очень классно. Группа у нас тоже была классная. В общем, вебинары очень эффективны, очень вам помогут. Я на сегодняшний момент чувствую себя намного увереннее, чем до этих курсов. Я знаю, что теперь я смогу с легкостью замоделить или осуществить какой-то любой проект. У меня нет сомнений по поводу того, что я что-то не смогу сделать, что-то не смогу смоделить. Раньше были такие сомнения, как я это сделаю, где мне это взять, откуда бы стырить эту модель, у кого бы ее позаимствовать. Сейчас нет таких вопросов. Как бы даже если какой-то нюанс останется, я знаю, что я всегда могу за помощью обратиться к Никите, и он обязательно поможет и подскажет. За поддержку огромное спасибо, Никита. Продолжайте заниматься этим делом. У вас очень хорошо получается. Я надеюсь, что и дальше будет получаться. Обретайте новых учеников. И, конечно же, за ваш опыт, за ваши знания. Еще раз огромное спасибо. Ну, вот, в принципе, творческих успехов. Всем удачи и плодотворных работ.